Всем привет, мои хорошие. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю вам удачи, всего хорошего, здоровья. А также я бы вам хотела сделать подарочек на Новый год. А это будет реакция на такую ютубершу, как Няшка, Магия Лапка. Ну что ж, приступим. Привет. Меня зовут Няшка, Магия Лапка. Сегодня мы будем убивать жену. Если я не ошибаюсь, то в котах-воителях нет такого понятия, как жена. Бича моего парня. Девочка, если ты не знала, то Бич давно умер. У него была жена, ее звали Кровоцапка. Так Кровоцапка, это же Фан Перс. Но он у нее ушел. Пришел ко мне, он меня сильно любит. Его доказательство. Ты же меня любишь, Бич? Да, я тебя люблю только одну, не смей говорить, что я тебя не люблю, я тебя люблю всегда и буду любить всегда. Эй, но я... Я же. Девочка, сначала напиши сценарий, а потом снимай видео. Люблю тебя, Бич. И вообще, иди нафиг, какашка-лапка, дурашка. Ты дура полная, я тебя ненавижу, сдохни, крыса. Ну нифига себе словечки пошли. Тебе не рано еще так выражаться. Что ты сказал про мою жену? Я тебя убью по приказам моей любимой жены. Убей ее, Бич, а если не сможешь, я ее убью. Конечно, я ее убью. Держись, Кровоцапка. Бич, ну ты же меня любишь. Зачем тебе убивать меня? Я же твоя жена. Вспомни, кто я. Почему ты меня не уважаешь? Ахахахах. Она сначала была такая бэд-бич-пацанка. А как только увидела, что он когти выпустил, так сразу жалобно о счастливом прошлом начала говорить. Прям драма какая-то. Ну вот, я тебя и убил, Кровоцапочка. Обожаю этот запах крови. Ну что ж, на этом конец видео. Спасибо за просмотр. В следующем видео мы будем убивать Жон, Зидоцапа, Сашу и Зубдошейку. Видимо, воинский закон она вообще не читала. Там, если что, было правило, что просто так других котов убивать нельзя. Кстати, Зидоцап тоже мой парень. У меня много парней. Всем пока, ребятки. Ну а на этом всем пока. На 3 лайка выпускаю продолжение. Удачи вам в новом 2023 году.